Бой пестроте и безвкусице. Специалисты по делам наружной рекламы Ивановской мэрии решили до ноября месяца сделать как минимум две городские улицы образцово-показательными. Проект «Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц 10 августа и Красной армии» разработан специально для исторического центра. Требования к вывескам будут регламентированы так называемым дизайн-кодом. Сейчас понятно, может беспокойство возникнуть, да, у собственников, владельцев помещений, да, и владельцев этих конструкции о том, что ж мы будем сейчас торопиться согласовывать, если появится какой-то дизайн-код. Нет, здесь беспокоиться не о чем, поскольку этот дизайн-код будет разрабатываться в рамках тех же самых требований, которые на сегодняшний день сформулированы в нормативных правовых актах. На 10 августа и Красной армии более 300 информационных и рекламных конструкций, и лишь 10 имеют все необходимые разрешения. Директор этого свадебного салона говорит, что в администрации была, макет согласовали. Нам разрешили как бы сделать такие вывески, выносили макеты. Вот, все по ГОСТу выполнено. А листы голосования обязаны быть? Сейчас с собой нету, если только как бы привезу. Привезти девушке будет нечего, уверены специалисты муниципального контроля. В базе в числе согласованных этой вывески нет. А это значит демонтаж до устранения всех пробелов. Мы ведем большую разъяснительную работу. Рассказываем о том, что необходимо согласовывать эти вывески. Необходимо согласовывать все дополнительные конструкции. Это можно сделать в управлении рекламы и архитектурного оформления города. Да? Для тех, кто по правилам играть не хочет, предусмотрены административные штрафы и предписания. В любом случае, познакомиться с дизайн-кодом, который иллюстрирует четкие требования к вывескам, предстоит не только собственникам и арендаторам с 10 августа и Красной армии, а всем предпринимателям города. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.